Аварийные выходные с 9 по 12 июня на дорогах региона произошло 17 ДТП, в которых 2 человека погибло и 18 получили травмы. Так, 11 июня на проспекте Ленина девушка, управляя автомобилем «Черри», при повороте налево совершила столкновение с движущимся во встречном направлении мотоциклом «Кавасаки». Несмотря на сильный удар, в результате ДТП водитель мотоцикла отделался ушибами. Самое резонансное происшествие произошло в минувшую пятницу на перекрестке улиц Суворова и Пролетарской. Столкнулись ВАЗ под управлением водителя, выполняющего поворот налево, и движущийся во встречном направлении автомобиль «Тойота». После столкновения ВАЗ вылетел на тротуар, снеся ограждение, и сбил девочку 9 лет. По факту ДТП на улице Суворова возбуждено уголовное дело. Кто виноват в происшествии, определят следователи. Водитель автомобиля ВАЗ с травмами головы, переломом бедра, тупой травмой грудной клетки доставлен в областную клиническую больницу. Водитель автомобиля Toyota с отчетной травмой доставлен также в областную клиническую больницу. Пешеход, девочка 9 лет с травмами головы, переломом костей носа, ампутация верхнего резца, доставлена в ОКБ. И пассажир ВАЗ, девушка 87-го года рождения, от повышенных травм скончалась на месте ДТП до приезда кареты скорой помощи.